Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видеомастер-класс по вязанию сумочки кроссбоди из полиэфирного шнура. Также эту сумку можно вязать из тонкой трикотажной пряжи, из хлопкового шнура, полипропиленового и из других материалов. Я использовала материалы полиэфирный шнур толщиной 3 мм. Мне понадобилось 300 метров. Портфельный замочек прямоугольной формы, два полукольца, кожаный ремень и ножки для сумки 4 штуки. По размеру сумочка получается длиной 25 см, высотой 19 см и толщиной 7 сантиметров. Вначале оставляем кончик нити примерно 3-5 сантиметров, набираем цепочку, 24 воздушные петли. Вяжем первый ряд. Пропускаем первую петельку, вводим крючок за задний полустежок второй петли и вяжем столбиком без накида. Продолжаем вязать до конца ряда всего 23 столбика без накида. Заканчиваем первый ряд, связали 23 петли. В конце каждого ряда нужно делать одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Поднимаем кончик нити, чтобы спрятать его среди петель второго ряда. Вяжем второй ряд. Вначале вводим крючок в первую петельку и провязываем 2 столбика без накида в одно основание, то есть делаем прибавку. Далее вяжем 21 столбик без накида, без прибавок. При этом крючок уводим только за одну полупетельку. Связали 21 петлю, остается последняя петля, в нее тоже делаем прибавку, вяжем 2 столбика без накида в одно основание. Итого получается 25 петель. Теперь вяжем третий ряд. Обратите внимание, как мы вяжем первые 2 петли в третьем ряду. У них разные верхушки, но одно основание. Провязываем первые 2 петельки. Затем уже продолжаем вязать узором. Вводим крючок в полупетли из 2 предыдущих рядов. И провязываем так до конца ряда. В конце ряда у нас тоже остаются сверху 2 петли, внизу 1. Поэтому мы вводим крючок
верхние петли по очереди и используем одну нижнюю петлю. Итого должно получиться ровно 25 петель. Вяжем четвертый ряд, опять делаем прибавки. В первые петли провязываем 2 столбика без накида в одно основание. Далее вяжем без прибавок 23 петли. В конце четвертого ряда делаем прибавку в последнюю петельку, 2 столбика без накида в одно основание. Итого получается 27 петель. Вяжем пятый ряд. Две первые петли провязываем как в третьем ряду. Затем вяжем 25 столбиков без накида обычными петлями без прибавок. И в конце ряда, точно так же как и в начале ряда, нам нужно будет с вами связать последние 2 петли, используя 2 верхние петли и одну нижнюю. Вот здесь у нас осталось 2 верхние петли и одна нижняя. Провязываем их и получаем ровно 27 петель. Закончили пятый ряд. Далее мы продолжаем вязать в высоту без прибавок. В каждом ряду у нас должно быть по 27 петель. И считать мы будем с вами по рапорту узора. Вот здесь я уже связала. У нас должно получиться ровно 17 рапортов узора. Обратите внимание, вот здесь я вам показываю, что это у нас будет внутренняя сторона, а вот это внешняя сторона, по ней мы будем считать рапорты узора. Давайте вместе посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Итого 17 рапортов узора. В каждом рапорте у нас по 2 ряда. В конце ниточку отрезаем. Если вы используете, как и я, полиэфирный шнур, то кончик нужно слегка обдать огнем, чтобы он не распускался. И затем кончик нити аккуратно прячем тонким крючком в петлях последнего ряда. Итак, эта деталь по размеру у нас получается длиной 24 сантиметра и высотой 18 сантиметров. Эта деталь у нас будет передней стенкой сумки. Далее мы вяжем с вами заднюю стенку сумки по такому же узору, но она у нас будет выше. Я связала вторую деталь, это будет задняя стенка сумки с клапаном. Обратите внимание, мы точно так же провязываем 17 рапортов и продолжаем вязать в высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рапортов по 27 петель. Далее мы делаем убавки для закругления клапана. Пропускаем первую петлю, вводим крючок во вторую и вяжем столбик без накида. И далее продолжаем. Вяжем всего 25 столбиков без накида. Последнюю петельку мы не довязываем.
Итак, мы заканчиваем ряд, как я вам уже и говорила, последнюю петельку не довязываем, делаем воздушную петлю, переворачиваем, вяжем следующий ряд. Здесь мы вяжем 25 столбиков без накида, без убавок. Осталось вязать еще 2 ряда. В следующем ряду мы делаем убавки. Опять первые петельки пропускаем. Вводим крючок во вторые петли. И вяжем всего 23 столбика без накида. Заканчиваем ряд, последнюю петельку не довязываем. Теперь вяжем последний ряд, 23 столбика без накида, без убавок. Итак, мы заканчиваем. Вот такой у нас получится полукруглый клапан. Кончик нити отрезаем и кончик нити прячем. Теперь давайте посмотрим с правильной стороны. У нас видны рапорты узоров. Мы вяжем 17 рапортов. Затем можно поставить маркеры по окончании 17 рапорта. И еще 17 рапортов вместе с убавками. Это будет клапан сумки. По длине получается длина 35 сантиметров и ширина 24 сантиметра. Теперь у нас передняя и задняя стенка одинаковые, ну и клапан выступает вверх. Оставляем короткий кончик нити, набираем цепочку 7 воздушных петель. Вяжем первый ряд, первую петлю пропускаем, вводим крючок во вторую петельку, провязываем столбик без накида и всего 6 столбиков без накида до конца ряда. Кончик нити поднимаем наверх и спрячем его при вязании второго ряда. Во втором ряду вяжем 6 столбиков без накида, только за дальние полупетельки. В третьем ряду провязываем нашим узором один столбик без накида, затем берем полуколечко, прикладываем его поверх нашей работы и провязываем через полукольцо 4 петли. В
В конце остается последняя петелька, провязываем ее, и того получается 6 петель. Продолжаем. Теперь мы вяжем в высоту до 52 раппорта. Итак, мы закончили. Обратите внимание, считаем по внешней стороне, где стоит у нас полукольцо. И в высоту у нас должно быть связано 52 раппорта. После 52 раппорта у нас должен быть связан еще один ряд. И теперь мы привязываем второе полукольцо. Обратите внимание, что полукольцо у нас привязывается тоже с этой же внешней стороны, где и первое полукольцо. Прикладываем его и провязываем через него 4 столбика без накида и плюс еще одну петлю в конце ряда. Итого получается 6 петель. Закончили. Теперь провязываем еще 2 ряда по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Закончили. Итого у нас получается 54 раппорта узора по внешней стороне. Длина боковой детали примерно 60 сантиметров. Ширина 5 сантиметров. Теперь мы устанавливаем ножки для сумки, отсчитываем сверху 20 раппортов узора и с двух сторон по краям устанавливаем ножки. Точно так же отсчитываем 20 раппортов с другой стороны и ставим вторую пару ножек. Теперь мы привязываем боковые детали к основным деталям сумки. Для этого мы сначала берем переднюю стенку сумки. Прокалываем самые угловые петли на передней стенке и на боковой детали. Соединяем их одной петлей.
Далее крючок вводим за выступающие петли, которые находятся с краю каждого ряда. То есть вот у нас идет первый ряд на одной детали и первый ряд на второй детали. Мы их привязываем вместе. Далее берем крайние петли из второго ряда, третьего, четвертого и так далее. И всего используем 17 петель по передней стенке. Итак, мы закончили, связали первые 17 петель. Давайте посчитаем еще раз. У нас должно быть использовано 17 раппортов узора. И здесь тоже 17 раппортов узора. Теперь мы переходим на донышко. Как вы помните, у нас по передней стенке сумки на донышке 23 петли. На боковой детали же я оставила только 20 петель. То есть нам нужно будет в процессе вязания, когда мы будем соединять, нам нужно будет 3 петли на основной детали сумки не привязывать к донышку. Теперь я маркером определила 20 петель на боковой детали и соединяю этот участок с донышком стенки сумки. Соединяем, берем одну полупетельку на основной детали сумки и одну петлю на боковой детали. При этом обратите внимание, что петли должны быть достаточно длинными и не стягивать полотно сумки. Чтобы компенсировать количество петель, вот здесь я ввожу крючок на боковой детали не в крайнюю петлю раппорта узора, а в петлю между ними. И далее уже продолжаю вязать обычным способом. Вводим крючок только в крайнюю петлю. Затем дохожу до середины. И точно так же ввожу крючок на основной детали в следующую петельку и на боковой детали между рядами. Так нам нужно будет сделать 3 раза. Равномерно распределяем эти 3 петли вдоль донышка сумки. И вот в последний, третий раз я соединяю петли не в крайней петле раппорта, а между раппортами.
Таким образом, я использовала все 23 петли на донышке сумки. Убираем маркер и продолжаем вязать. Нам осталось связать еще 17 петель по боковой стороне стенки сумки и боковины сумки. Вяжем их самостоятельно. Закончили. Мы присоединили с вами одну стенку сумки. Теперь нам нужно аккуратно перейти на другую сторону. Соединяем угловые петли и постепенно обвязываем 6 петель на боковине сумки и переходим на другую сторону. Делаем обвязку соединительными петлями. Берем вторую деталь сумки. И здесь у нас точно так же, вот, обратите внимание, это внутренняя сторона, это внешняя сторона. Нам нужно приложить правильно. Прикладываем основную деталь к боковине сумки и обвязываем 17 петель, затем 23 петли донышка и еще 17 петель. Здесь мы делаем воздушную петельку, затем нитку переносим вовнутрь сумки и будем подавать ее изнутри. Маркер убираем, вводим крючок в первую петельку и провязываем соединительный столбик. Далее продолжаем вязать точно так же, как мы уже вязали с вами с противоположной стороны. Продолжаем, делаем здесь обвязку 17 петель, затем по нижней стороне у нас на основной детали, на стенке сумки 23 петли, здесь же 20 петель. Мы обвязываем их точно так же, как мы делали до этого с противоположной стороны. Вот здесь 3 раза мы распределяем петли и провязываем их между рапортами узора на боковине. И здесь оставшиеся 17 петель. В конце мы заканчиваем. Нам нужно обязательно закрепить уголок боковинки сумки. Далее нам нужно сделать обвязку клапана. Мы просто теперь вводим крючок за боковые петли на задней стенке сумки, это уже у нас переход на клапан, не слишком туго, мы продолжаем вязать эти петельки до закругления клапана. Вот на этом участке, где у нас идет закругление клапана, осталось у нас 3 рапорта узора. Мы провязываем с вами петли не только в крайние петли рапорта, но и между рапортами. Вводим крючок, как обычно, в крайнюю петлю рапорта, затем между рапортами.
вяжем соединительный столбик. Далее опять крайняя петля раппорта, далее между раппортами узора. И вот здесь, обратите внимание, мы провязываем с вами петельку в крайнюю петлю раппорта и сразу переходим на уголок. Здесь мы вводим крючок за полупетельку. Вот такое получается у нас закругление. И далее мы обвязываем с вами клапан, вводим крючок только за полупетли. Переходим на вторую сторону закругления, и вот здесь первые три раппорта мы провязываем сначала петельку в крайнюю петлю, затем между раппортами. Один, два, три, четыре. 5. Провязываем так 5 петель. И далее мы уже двигаемся по рисунку, как у нас идут раппорты узора. Продолжаем обвязку соединительными столбиками до конца этого участка. Закончили. Ниточку отрезаем и кончик нити прячем. Далее нам нужно установить портфельный замочек на сумку.
закончили, установили замочек. И также у меня есть готовый кожаный ремешок, я его прикрепляю к сумочке. И вот наша сумочка полностью готова. Сумка у нас получилась очень красивая, лаконичная, простая модель, но при этом очень интересная и фактурная. Красивый простой узор, который обязательно привлечет внимание. При этом сумка не тяжелая, очень удобная. Ее можно стирать в холодной воде, можно обрабатывать в химчистке. И из полиэфирного шнура сумочка у вас будет носиться очень долго, прослужит вам несколько лет. Обязательно отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. Мой аккаунт nitka.kz и мой хэштег nitka_mk. По размеру получается длина 25 см, высота 19 см. Глубина сумки 7 см. Желаю вам приятного вязания. До новых встреч!